Группа компаний «Бавария» на базе ООО «ФатАгро» в Северной Осетии при техническом содействии Европейской экономической комиссии ООН совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом картофельного хозяйства имени Лорха и Швейцарским федеральным исследовательским центром «Агроскоп» реализовала инновационный проект по созданию Северокавказского регионального центра по производству семенного картофеля. ФатАгро – это современные лаборатории клонального микроразмножения и иммунодиагностики вирусной инфекции картофеля, оснащенные новейшим высокотехнологичным оборудованием. На предприятии работают квалифицированные специалисты, прошедшие обучение в НИИ картофельного хозяйства имени Лорха, исследовательских центрах «Агроскоп» и «Биореба». Компания гордится уникальной экспериментальной базой круглогодичного выращивания здорового исходного материала наиболее значимых сортов картофеля. Метод ускоренного клонального микроразмножения позволяет не только увеличить в лабораторных условиях количество выращенных микрорастений, но и, главное, получить для реализации программы семеноводства здоровый материал, свободный от вирусной инфекции. Сотрудники лаборатории тщательно отслеживают состояние исходного материала, систематически контролируя его качество на разных стадиях производства. Выявить наличие скрытой зараженности вирусами позволяет применение высокочувствительных методов иммуноферментной диагностики. Высокое качество производимого семенного картофеля – главный результат внедрения технологии ускоренного микроразмножения инвитро-материала в виде микрорастений. Но наряду с ним в лаборатории освоили и другой метод – получение микроклубней инвитро с применением контейнерной технологии. Это обеспечит планомерный подход к производству исходного материала и увеличит его выход к моменту высадки в защищенный грунт для производства мини-клубней. Семенной картофель воспроизводится в чистых фитосанитарных условиях горной зоны. На высоте 2500 метров над уровнем моря создан питомник производства оригинальных семян картофеля. Производственный потенциал лаборатории клонального микроразмножения превышает 500 тысяч единиц в год. Это микрорастения и микроклубни инвитро, способные обеспечить производство свыше 3 миллионов мини-клубней. Этого количества достаточно для высадки и выращивания первого полевого поколения на площади около 50 гектаров. Схема работы лаборатории. Линии инвитро из банка здоровых сортов картофеля поступают в лабораторию ООО «ФатАгро», подвергаются процессу клонального микроразмножения для выращивания микрорастений и микроклубней. Этот исходный материал высаживается в тоннелях для получения мини-клубней и завершающий этап семеноводческого процесса – высокогорный питомник производства первого полевого поколения из супер-супер-элиты. Получаемый в итоге высококачественный сертифицированный исходный материал соответствует требованиям стандарта будет доставляться компаниям, занимающимся оригинальным семеноводством картофеля. Реализация инновационного проекта по созданию Северокавказского регионального центра по производству семенного картофеля уже в ближайшем будущем позволит увеличить объемы производимого исходного материала в виде микрорастений по наиболее востребованным сортам картофеля.